Дожить до такого возраста удается не всякому небольшому городку. Но балховчане твердо знают рецепт такого долголетия. Компонентов в нем много. Попробуйте, очень вкусно. Первый и, пожалуй, главный ингредиент – рачительное отношение к истории. Она началась 806 лет назад. Я предложил, чтобы наши города, город Болхов и Кронштадт, стали побратимами. Ведь как Кронштадт основан был Петром I, с приходом сюда Петра I наш город начал возрождаться. На каждый день рождения Болхова его жителю устраивают вот такой вот смотр подворий. Здесь все вехи жизни небольшого городка как на ладони. Невесту, когда отдавали замуж, и вот ее наряжали. А эта невеста сидит, плачет, плачет, пока соберут, она бедная, вся исплачется. Подарок мастерицы из деревни Новый Синец болховчане оценят лютой зимой. Клубочек получим, и начнем вязать носочки, варежки. Не забывает в Болхове и о тех, кто защищал его границы. Даже спустя 69 лет со дня освобождения от немецких захватчиков здесь продолжают раскопки на полях боевых сражений. Недавно еще одним неизвестным солдатом стало меньше. Семья Спартаевых на Кривцовском мемориале нашла своего дедушку. Он был танкистом, воевал здесь, погиб в деревне Козюлькино в госпитале после ранения. Память павшим под Болховым воинам почтили традиционным поднятием флага. И мы, благодарные потомки, должны продолжать их дело и помнить, какой ценой была завоевана победа, какой ценой была завоевана свобода нашего маленького уютного края. Мирного неба над нами, над всеми. С праздником, дорогие друзья! Спасибо вам! Конечно, думают в Болхове и о будущем. Сегодня в городе идет активное восстановление церквей. Делается ставка на развитие туризма. Не забывают и о производстве. Лучшим сотрудникам болховских заводов в честь праздника вручили памятные награды.